Ахан, ну я тебе говорю, я трезвый. А хочешь сальто сделаю? Нормально. Алена, ты спишь? В смысле? Время 4 утра всего лишь. А что с Россией происходит? Вообще полная жесть. Нужно их всех там, это... Россия! Вот я бы на месте Путина. Алло, Наташа, ну ты подумала над моим предложением? У тебя другой? А не пойди мы ему на... Айда, собирайся. Там с человечком один вопросик нужно обкашлять. А я что-то так подумал. А давай в клуб. Бабки, вода. Мой брат. Армрестлинг. А что ты, давай раз на раз. Даже если спирт замерзнет, никогда его не брошу. Буду грызть его зубами, потому что он хороший. Оп! С первой попытки! Я трезвый! Нормально! Ой, опять громко музыку слышит. Так что происходит? А ну не убирай телефон, покажи, чем ты тут занимаешься. Дай сюда, сказала! И как это называется? Ты вот этим вот... Чего добиваешься? Ты не себя позоришь, ты нас позоришь. Да, мам, это приложение такое модное, ТикТок называется. Вот Америка вот всегда вот такую штуку придумывает, чтобы вы вот сидели все, как зомби за телефонами. Позорище, что это такое? И вот таким мы тебя вырастили, что ли? Да, мам, прикольный же видосик получился. Да, конечно, прикольный, я тебе сейчас дам. Ничего, вот папа увидит, он тебе такого ремня даст. Ой, тебе сейчас не поздоровится. Что опять? А я тебе говорил, что на таких роликах заработать денежку можно. Серьезно? 3, 4. Давай! Молодец! Молодец! Алло, мам, привет. У меня тоже все хорошо. Вот недавно пропылесосил, посуду помыл. Вот сейчас вещи убираю. Мам, нигде я не накосячила. Просто решил убраться, надоел этот беспорядок. Я тут хотел спросить у тебя. Мама, можно мне на ночевку к Лёше? Да в смысле нельзя? Есть у меня свой дом, а? Да почему? Блин, да почему? Ну почему, а? Я же все сделал по дому, ты даже не просила меня об этом. Мама, не будем мы там пить. И курить тоже не будем. Всю литературу на лето я прочитал. Мама, да какой входить в режим, а? На 1 сентября ничего не задали. Мам, ну можно, пожалуйста, я к Лёше пойду? Да в смысле опять ничего не задали, а? Да что ты кричишь опять, а? Вот у меня там все друзья будут, а я один как лохопед не пойду. Заколебали уже! Клёшки не пускают! Ну что, ты фоткаешь? О, Булат, здорово! О, здорово! Ты погнал, что ли? Да, я все погнал, давай. Что ли? Давай сядем, короче, типа гопники. Фоткаешь? Угу. Что, сфоткала? Угу. Дай посмотрю. Чё, где фотка, говоришь? Сфоткай, короче, чтоб все видели, что у меня есть тачка. Фоткала? Да. Нормально. Чё, все поймут, что у меня тачка есть, да? Да. Отлично. Я его говорю. О, давайте я его сфоткаю. Сфоткала? Да. Короче, сфоткай. Я кое-что при фотошопе сам. Хорошо. Да. Нормально? Да. На, вы поставлю минимум. Нет, ну какое 1 сентября? Вы в курсе, что сегодня воскресенье? Нет, вот вам учителям дома не сидится, конечно. По закону мы должны отдыхать. Вообще весной выглядела. Ничего себе, она похорошела, да? О! Марина Александровна, здравствуйте. Я вот тут вам конфеты принес и цветочки. Надеюсь, этот год мы хорошо отучимся. Здорово, девчонки. Гляньте себе, какой смартфон взял. За свои бабки, кстати. Стильные, батареи мощные. Самое то, кстати, для учебы и для списывания контрольных. Я не сплю. Все нормально. Ой, сыночек пришел. Ну как первый день в школе?
Понятно, понятно. Так, ну что случилось? Ничего не случилось. Так, давай рассказывай. Математичка тупая, блин. Взяла двойку, поставила за поведение сразу же. И говорила, что она... Подожди, подожди, подожди. Магазинчик закрой. Продолжай. Она ведь взяла мне и двойку поставила. Сочинение по-русскому писали. У меня одноклассники за границу съездили. Мне вообще не о чем писать. А как ты нам на даче помогал? Почему об этом не написал? Мам, да кому интересно будет, как я по грядкам навоз растаскивала? Мне кажется, это да, мам, очень даже что? Интересно. Не надо, а! Сынок, ты пойми, что ты у нас самый хороший и самый красивый. Правда? Да, да, да. Так что давай, не кисни. Завтра на учебу пойдем. Магазинчик закрой. Ах ты молодец, мой хороший. Ой, ля, какой. А можно потише? Переходный возраст. Сейчас я выделю несколько вещей, которые ассоциируются у меня с этим. Резкие перепады настроения. Спасибо большое, мам. Сынок, выброси, пожалуйста, мусор. Вы меня родили, чтобы я мусор вам выкидывал? Эксперименты с внешностью. Ну как тебе мой новый имидж? По-моему, тебе не идет. Ой, да ты ничего не понимаешь в моде. Прыщи, прыщи и еще раз прыщи! По моему лицу, в принципе, понятно то, что я шарю в этой теме. Ты каждый раз загоняешься, что ты весь такой прыщавый, некрасивый, и на тебя будут смотреть люди. И перед выходом на встречу ты начинаешь что-то с этим делать. Но все это делает только хуже. Поэтому не нужно зацикливаться на этом. Принимай себя таким, какой ты есть. Будь собой, и люди к тебе потянутся. Кстати, сегодня хорошо выглядишь. Все просто. Блин, я как будто социалку какую-то записываю, господи.